Трошки и улыбайтесь, камера все равно не работает. Улыбайтесь. Камера работает. Нет, всем это, привет из Смоленска. Если бы я так улыбалась, я бы улыбался. А как все болит, сижу, так, все трясет. Тань, у всех все болит. Мы вас издали. О, хорошо, сейчас покажу. Вот. Это мои шедевры. Мы поедем в гости. И я сделала желе. Желтенькие из облепихи. Серенькие, светленькие из белой малины с ванилином. А вот это трехслойные такие. Тоже сверху малина, внизу облепиха. А в середине черника с земляникой протертая. Вот такие желе. Симпатичные, приятные, отличные. Классно. Хорошо. Пирожки с рисом и с грибами. Вот и все на этом. От Смоленска до деревни Хламово более 50 километров. Проезжаем замечательные места. Река Упокой, деревня Санники. Вот такие звучные названия. И сама деревня Хламово на реке Вихра. А, значит, одни такие они. Не сильно, не толстые, худощавенькие. Одна такая полная, блин, жопа. Вот. Мимо детской площадки. Не глядя, залезла на эту горку, блин, и вниз поехала. Ой, ой, давно с горки не спускалась, блин. Да, теперь-то мне не надо. Алло, Зин, мы ездили в Хламово, а уже... А.